Всем привет! Психологическая минутка. То, что привлекает наше внимание, характеризует нас как личность. Давайте сделаем этот тест, и ваша интуиция многое расскажет вам о вас самих. Здесь среди ветвей деревьев прячутся 8 животных. Посмотрите на картинку и скажите, какое животное вы увидели первым. Ваш выбор раскроет вам удивительные факты о вашем внутреннем мире и эмоциональном поведении. У вас есть 20 секунд. Начали! Если первым вы увидели жирафа, вы уверенно стоите на земле, и при этом у вас высокий полет мысли. Вы точно знаете, что можете достигнуть больших успехов. Именно поэтому всегда ставите перед собой задачи высокого уровня. Держитесь вдалеке от сплетен и с легкостью выбираетесь из трудных ситуаций. Вы – человек-философ, предпочитающий простой образ жизни и мысли о возвышенном. Нет сомнений в том, что вы достигнете великих целей, используя силу своего духа. Вас не раздражают поверхностные люди, которые сплетничают и льстят, поскольку вы выше таких мелочей в жизни. Вы очень уважаете скромность и сдержанность. Если на этой картинке вы заметили первым льва, то вы сильный человек, который всегда смело и стойко принимает все то, что уготовила для него жизнь. Вы уверены в себе и знаете, что выход есть из любой ситуации. Сила и благородство доминируют в вас наравне. У вас мужественное сердце настоящего героя. Даже в самой сложной ситуации вы отказываетесь сдаваться, а ваш оптимизм и позитивное мышление помогают вам справиться с любыми обстоятельствами. Ваша настоящая сила таится глубоко внутри, и это ваша непоколебимая уверенность. Ваш мощный характер может сначала пугать, но вы очень добросердечный и искренний человек. Если на этой картинке вы заметили первым слона, вы глубокая личность, которая абсолютно уверена в своей внутренней силе. Всегда смело идете вперед, не обращая внимания на мелочи. Худо будет тому, кто решит встать на вашем пути. Вы можете простить, но вряд ли забудете. Некоторые вас побаиваются, но для своих вы очень чуткий и веселый человек. Ваши три основные качества – это внимательность, коммуникабельность и жесткая напористость. Вы уверены в себе и активно работаете над достижением целей. Вы умны, и мнение окружающих о вас вам безразлично. В своем кругу общения вы милы, веселы и общительны. Но если кто-то пытается задеть вас, вы становитесь яростным и безжалостным. Если на этой картинке вы увидели первым лань, верблюда или оленя, вам присуща глубокая внутренняя уверенность и спокойствие. Всегда остаетесь победителем и выходите из любой сложной жизненной ситуации с улыбкой на лице. Подобно верблюду, который уверенно шагает по суровым пустыням, вы точно так же принимаете жизненные невзгоды со спокойным и позитивным мышлением. Самые мрачные времена не сломят вас. Ведь вы знаете, что вы сильнее всех неприятностей. Вы вежливы, трудолюбивы, бережливы и умеете планировать на будущее. Если на этой картинке вы первым заметили свинью или кабана, вы не тот, кто лукавит, и, соответственно, не переносите этого и в других людях. Всегда все называете своими именами. У вас сильная воля и редкая способность выживать в любых условиях. Ваша отличительная черта – острый ум.
Вы рисковый человек, наделенный острым умом и решительным характером. Вы знаете идеальный рецепт успеха. И если вы не боитесь действовать, то можете взобраться на самую вершину. Вы умеете мастерски решать проблемы и успешно маневрировать в неблагоприятных ситуациях. Однако порой вы недооцениваете свои способности и ищете одобрение у других. Если на этой картинке вы заметили первым лошадь, свобода – ваше все. Любовь к жизни приводит вас к высоким целям. Несмотря на свой свободолюбивый характер, вы очень верный и преданный человек. Одним словом, вы такой же прекрасный, как и ваш образ, как и ваш выбор. Вы благородный человек с вольной душой, которую сложно приручить. Вы цените свою свободу превыше всего, и правила общества вам не указ. Хотя окружающие думают, что вы неуправляемы и взбалмошны, самые близкие знают, насколько вы преданный и добрый человек, а ваша внутренняя сила зависит от поддержки семьи и друзей. Медведь. Первым увидели его, значит, вас можно описать как могущественную и волевую личность. Наряду с последовательностью и стабильностью вы спонтанны, а также обладаете душевной теплотой. Вы лидер по жизни и привыкли всегда быть первым. Вы стойкая и энергичная личность. Неизменно производите впечатление на людей. Окружающих привлекает ваша неимоверная сила характера. Однако вы также можете быть беззаботным и игривым человеком. Вы не терпите конфликты и манипуляции. Предпочитаете открытые и искренние отношения. А еще вы не выносите хитрых людей, которые плетут интриги. Если на этой картинке вы заметили первым собаку, то вы полностью соответствуете верности, как и замеченное вами животное. Вы невероятная личность, готовая практически на все ради любимых. Гармония в душе и отношениях для вас всегда на первом плане. Для вас очень важно чувствовать внутреннее спокойствие. Вы превыше всего цените верность и умеете любить безоговорочно и безусловно. Вы добры и щедры. И все, что вы просите взамен, это честность. Вы способны пойти на многое ради безопасности и благополучия тех, кто вам дорог. Вы не выносите только одного – обмана. И вы никогда не прощаете нечестных людей, которые предали ваше доверие. Психологические тесты на канале расскажут о вашем характере, об отношении к жизни и просто, я надеюсь, подарят хорошее настроение вам, вашим близким, друзьям и знакомым, с кем вы захотите поделиться этим видео. Поделитесь в комментариях, какого животного вы увидели первым. Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на канал с колокольчиком уведомлением, если вы еще не подписаны, и будем дружить. Я желаю вам удачи, пусть все у вас будет хорошо.